знатной работы нужно знатно покушать. У нас сегодня на ужин салат, картофель запеченный в духовке и, значит, это курица в кляре. Салат я добавила, вот как-то стала делать, и вот теперь всегда добавляю или апельсины, или мандарины. Поверьте мне, это гораздо вкуснее делает салат ваш. Листья салатные, это просто смесь салатная в пакете. Здесь есть авокадо, огурцы, помидоры. Заправила оливковым маслом, немножко бальзамическим уксусом. Это картофель печеный в духовке. Мне очень нравится делать, потому что порезала, поставила в духовку и убрала. И делаешь там другое блюдо. Гарнир уже сам запекается. Пеку его 30 минут. Филе куриное, именно бедра в кляре. Здесь где-то два бедрышка, еще у меня два кусочка запекается на сковороде, еще не успела, но буду уже звать своих, чтобы мы ужинали. Это одинокий огурец детский, салат она не ест. Все. Правда, как с шампунем. Это невкусно. Не рекомендую. Я папу, папа, дуэт, а ты музыка. Привет. Только села за вязание, посмотрела видео-влог, рассчитала, как мне вязать раппорт, покрутила это в руках. Тут же вспомнила, что мне уже нужно готовить, что уже полы не мыты, что скоро мои придут, что нужно опять вставать, опять что-то готовить, делать. Избы не тушены, кони не пойманы, чтобы, знаете, прийти на кухню, чтобы тебя там накормили, напоили, ты ушел, даже тарелку за собой не убрал. Вот этого хочется. Но я так понимаю, что это, наверное, детство, да? То самое, которое уже прошло. Не знаю, это инфантилизм или что это. Хотя, с другой стороны, вечно себя корить. Вот мы и пришли. Ну все, даже видео не могу снять. Привет, меня зовут Юля. Вы находитесь на моем канале о вязании. Канал называется Емель Нитин. Спасибо, что остаетесь со мной, если вы подписчик. И добро пожаловать на мой канал, если вы новичок. Ну вот, мне наконец удалось немножко самоизолироваться в самоизоляции и записать видео. Это будет видео-влог. Я немножко пообщаюсь с вами, потому что дома я уже всех достала, а именно моего мужа, разговорами о вязании или около вязания, или какими-то своими мыслями расхожими. Вот. Я вам показала немного нашу жизнь, как мы сейчас все вместе втроем, не выходя из дома, проводим время. Ну, как все, убираемся, готовим, занимаемся зарядкой. Я вот решила заняться опять физкультурой. Ну, это сложно за физкультурой в широком смысле слова. Занимаюсь как могу. Вот, все, что я делаю, если, кстати, интересно, я могу снять, как я занимаюсь. Я занимаюсь приседаниями, выпадами. На пресс, честно говоря, не делаю упражнений, надо бы. Стою на планке, вот, и отжимаюсь. Еще до этого, кстати, до того, как я бросила занятия по физкультуре, ну, тоже дома, у нас есть турник, я подтягивалась на турнике. Нет, не руками, ноги поднимала, пресс качала, очень эффективно. Но что-то меня остановило, что-то опять отвлекло. Мне вот главное не останавливаться в этой физкультуре. Заниматься. А вот. Что еще за это время произошло? Произошло очень интересное событие.
Я давно уже на самоизоляции, давно, еще до всеобщего карантина. Короче говоря, вначале у нас своя пандемия в семье. У нас пандемия ветрянки. Вначале заболел ребенок ветрянкой. Ну, болела она в такой средней форме. Мазались по старинке зеленкой. Вот, не стала покупать никакие другие препараты. Сейчас какие-то есть более современные. Мазались зеленкой, потому что главное подсушить болячку. Пипулы, волнари, в общем, вот эти. И, в общем, умазались. И, значит, получается, от последнего высыпания можно выходить из дома, чтобы не заразить других, только через 5 дней. Значит, мы вышли из дома, сходили к врачу, зафиксировали, значит, окончание болезни, вернулись домой, и у меня поднялась температура. Ни кашля, ничего нет. Уже пошел вирус по миру гулять, который сейчас всех загнал по домам. И я начала беспокоиться, вдруг этот вирус, я не чихаю, не кашляю, но температура есть. Ночью у меня озноб, 38, температура, я в ужасе, надела маску. И с утра волдырь. Ну, думаю, все, старая добрая ветрянка. В общем, долго мы еще до этого вспоминали с мамой, болела я ветрянка в детстве или нет. Ну, в общем, то, что меня высыпало очень хорошо. Показалось, что я в детстве не болела ветрянкой, переболела вот с ребенком вместе. Ну, что хочу сказать. Я, конечно, ждала, что будет, ну, сложно. Не могу сказать, что было сложно, но была температура. Самое для меня было трудное, это когда был зуд. Зуд был главным образом на лице, немножко на спине, но на лице и на голове. У меня сильно обсыпало голову, именно в волосах. И было трудно спать. То есть я с трудом засыпала и где-то в 5 утра просыпалась от боли, потому что болела кожа головы, было, значит, все чесалось, а лицо у меня очень сильно тоже чесалось, зудило. Я не помню, чем-то я умылась, то ли водой. В общем, у меня просто чесалось лицо очень сильно. А, я мазала их ацикловиром, чтобы, ну, зеленкой, чтобы лицо не мазало. Не мазать, я мазалась ацикловиром. Но он такой эффект, видимо, когда начинала работать мазь, начинало все зудеть. И у меня, так как много было на лице, оно все поочередно начало зудеть. И в итоге у меня зудело все лицо. Я уже пошла умываться, и было такое ощущение, как будто я соляным раствором умыла какие-то раны. Было ужасное щипание. Это было где-то пару дней, вот такой ужас длился. Это для меня самое сложное было. Ну, а так, вся ходила в болячках, меня мазали, я ложилась. И на мне, значит, муж и дочка отрывалась. Тоже все меня зеленкой обрисовывали. Сильно обнесло вот верхнюю часть меня, в общем, туловище, перед и спину. Сейчас уже остались такие пятнышки по телу. Зеленка почти смылась. Вот, ну, вот так. Так что я еще ветрянку перенесла. Остановила видео. У меня на кухне запекается курица с картофелем и с яблоками. Сейчас будем кушать. Вот. Для уверенности, знаете, как держу в руках карандаш, чтобы было что-то в руке перебирать. Не вяжу, кстати, сейчас во время влога. Ну, я поняла, что я не могу говорить и вязать. Мне это трудно. Я останавливаю или одно, или другое. Почему-то даже если гладь. Потому что если мысль идет и хочется говорить, то я останавливаю руки, не могу вязать. Останавливаюсь вся. Вот, так что у нас на обед будет курица с картошкой и с яблоками. В общем, какая-то такая имитация новогоднего блюда. Что у меня там? Я обмазала курицу медом и горчицей. Будем обедать. А вообще хочу сказать, что очередной раз убедилась, что женщины, которые говорят, что все успевают, и за ребенком следить, и дома убирать, и готовить, и свое дело продвигать, врут, лгут и лукавят. Как угодно можно сказать, потому что, ну, неправда, это неправда, и все, вот, не поверю. У меня, правда, нет особых таких помощников технических, как посудомоечная машина, например, или мультиварка, хотя я в мультиварке не верю. Ну, то есть в их эффективность, с вкусом. Ну, то есть что значит приготовить плов в мультиварке? Ну, как можно все закидать в эту мультиварку и готовить там плов? Ты все равно должен обжарить, попассеровать, значит, лук, морковь, отдельно попассеровать мясо, потом засыпать рисом,
хорошо, возьми себе нормальную утятницу или пловницу. Я вообще в кастрюле готовлю плов. Замечательный получается. Никакой мультиварки не надо. Только она занимает будет место у меня на столе. У меня кухня не очень большая. И хранить ее негде. О чем я? Технических средств, в общем, каких-то помощников у меня нет. Я вот мечтаю еще о роботе-пылесосе. Но вот не знаю, как он будет справляться. У нас кот с длинной шерстью. Наверное, будет шерстью дозажевывать, а может быть нет. Ну, в общем, мы пока не покупаем этот робот-пылесос. И получается, ну, я сама вручную мою посуду, вручную убираю по дому. Вот, помощниц нет, в общем. То есть, если эти женщины все успевают, значит, у них кто-то освобождает их, кто-то от их других обязанностей по дому, правильно? Вот, я вот только собралась мир покорять, гляжу, а у меня полы не мыты, да, и обеда нет со вчера, то есть там какие-то остатки, все, ты идешь и готовишь. Ну, чем ты будешь кормить? Вот у тебя муж сидит, например, дома с ребенком. И, естественно, я вначале быстро-быстро все приготовила, поставила духовку, прибежала снимать видео. Потом уже, значит, в общем, ну, может быть, для меня так. Я не могу заказывать готовую еду. Ну, во-первых, это стоит дороже. Наверное, это, конечно, удобнее, если ты привыкаешь. Все дело привычки. Я привыкла, ну, сама готовить, не знаю. Для меня это, конечно, иногда очень тяжело, уже надоедает. Особенно надоедает, конечно, мытье посуды. Вот уже даже муж согласился ставить посудомоечную машину, у нас негде. То есть, если выбирать шкафы, там неглубокая простенок, в общем, она не помещается в глубину. В общем, когда будем делать ремонт на кухне, ну, 100% поставим посудомоечную машину. И, насколько я знаю, лучше ставить всегда широкую. Не сужать до 45 посудомойку, а ставить большую, на 60. Тем более, там есть какой-то режим экономии, то есть на малое количество посуды. И, кстати говоря, про посудомоечную машину. Я недавно услышала, что можно в посудомойку не засыпать вот эти таблетки покупные, а просто сыпать соду, обыкновенную соду. Ну, там, отсек или как, я никогда не сталкивалась с посудомоечной машиной. И она тоже будет очень хорошо и тщательно мыть посуду. И, кстати говоря, это экологично. А еще я решила вместо того, чтобы покупать пряжу, распускать свои шапки непроданные. У меня было... я рассказывала в предыдущем видео, у меня было несколько шапок из одного вида пряжи, но разных цветов. Но ввиду того, что как бы для себя не свяжешь, там пряжи мало, я связала дочери джемпер. Потом отдельное видео посвящу навязанным вещам, расскажу, что я связала. И вот, я и связала джемпер, а еще один джемпер сшила. Сшила, нашла, в общем, свой старый джемпер, просто в поисках узора. У меня был такой джемперок, хлопчатобумажный от Glenfield. Давно-давно его покупала, белоснежный такой, там такой хороший, ажурный рисунок. И поняла, что я уже носить не буду, он так уже постарел. Ну, не то что морально, а внешне больше. Он скорее такой базовый джемпер. Ну, решила, в общем, я из этого джемпера ей связать. Не связать, а сшить джемпер. И получилось, что даже я смогла кетлевку с него снять. Точнее, планку раскетлевать, вот эту горловину. И прикетлевать обратно. То есть даже планочка у меня уже была готовая. Но дочке не понравилось, потому что он говорит, а он белый. Вот этот джемпер. Но они прятся, говорят, ну просто белый, скучно. Вот. Ну и пришлось еще вышивку сделать и нитками, и бусинками. Так что повеселее, чтобы был. Так что вот такие у меня, отдельно тоже это видео включу, вот такие у меня изменения. Еще все никак, я вижу образцы, все никак не перейду каким-то изделиям. Не буду больше давать обещаний, что вот-вот я свяжу джемпер, вот-вот я свяжу кардиган, потому что я не исполняю своих обещаний. Мне тоже самой, честно говоря, не нравится. Но это синдром самозванца, так называемый, да, вот сейчас это так модный такой синдром. Я так думаю, что это он и есть, потому что все признаки налицо, это когда ты хочешь, или это перфекционизм какой-то, да, когда ты хочешь что-то сделать, но боишься сделать шаг, потому что боишься ошибиться. Боишься сделать что-то неправильное, или смотришь, например, у кого-то такой там джемпер-кардиган, а ты придумала по-другому, и кажется, что твоя задумка хуже, чем задумка другого. А еще я всегда пыталась, ну, сейчас пытаюсь от этого избавиться, но я всегда хотела равняться на, знаете, не то что общественное мнение, а на какие-то тренды. Ну, я же вяжу не только себе, а хочу еще вязать на продажу, и стараюсь как-то трендом
подчиняться. Но, наверное, в аксессуарах это трудно исполнимо, скорее там цветом. А вот в таких плечевых изделиях это уже, ну, легче сделать. И, например, в прошлом году, да, были в моде свитера и джемпера с высокой горловиной, с широкой вот этой частью, полочка спинка, да, которая вокруг торса, и узкие рукава. А сейчас все диаметрально противоположное в моде. Уже вышли показы, прошли вот в Милане, там в Париже, которые, да, до пандемии случились. И там наоборот, там объемные рукава, бронеокорок и узкие манжеты. То есть вообще другой фасон, вообще другой. И как за этим угнаться, это я не знаю. То есть, а в голове, например, я бы хотела тот же самый узкий рукав сохранить. Но уже узкий рукав, может быть, он не так будет интересен публике. В общем, и вот эта гонка вечная, и страх за то, что ты свяжешь, потратишь время, выложишь, это никому не понравится. Ну, у меня, правда, не так много. Он очень велик, и это очень сильно меня сковывает. Я стараюсь сейчас как-то бороться с этим и останавливаться на своих собственных вкусах и вязать как бы для себя. Поэтому я скорее буду уже, наконец, дошла своими мазками, что я буду равняться на себя. И, ну, если уж это не нравится людям, ну, я поняла, что я выше своей головы не прыгну, как бы ни старалась, я стараюсь там совершенствоваться, учиться, выходить на какой-то новый контент. Вот, ну, всяк по-разному. Еще, кстати, из событий, которые произошли за это время, кто видел мое включение о планах на год, о том, что я стала развивать свой магазин на Etsy, хочу тоже про него упомянуть. Тоже очень, очень интересная история произошла. В общем, мой магазин на Etsy заблокировали. Все. И я думаю, именно эта блокировка сыграла очень, ну как, существенную такую роль в моем моральном состоянии, потому что после этого у меня как-то так все сильно меня это подкосило и в уверенности, и в решительности, и в понимании вообще, что я могу делать дальше и как развиваться. Я что-то потерялась очень сильно. Почему заблокировали? На Etsy я продавала, как и на Ravelry, свои описания. До этого давным-давно я его завела и начала там продавать шапки ручной вязки, да, которую я вязала. Но шапки не покупали. Описание тоже как-то не особо покупали, но, насколько я знаю, на Etsy нужно, чтобы у тебя было большое количество товаров, тогда тебя высоко поднимают в рейтинг, и к тебе приходят люди. Улавливать те товары, которые сейчас интересны публике, и именно их изготавливать по мере того, как ты можешь их воплотить вот в рамках того, что ты делаешь. Если ты шьешь, то шить, вяжешь, там, связать, не знаю, столярничаешь, что-то сделать из дерева там трендовое. Интересная публике, не трендовая. И, в общем, я увидела, что сейчас очень интересно публике. Сейчас уже немножко поутих интерес, я так понимаю. Сериал «Мандалориан». «Мандалорианец». В общем, сериал, где какой-то персонаж находит бэби Йоду, малыша Йоду. И, значит, его сопровождает в его нелегком путешествии. За ним все охотятся. И, в общем, вот этот бэби Йода, вот этот малыш Йода, очень стал интересовать публику, ну, в частности, американскую, не знаю, как русскую. Я там вроде в Инстаграме спрашивала у своих подписчиков, там не смотрят, нет. Кто-то смотрит, кто-то нет. В общем, я посмотрела сериал, мне не очень понравился. Это какое-то отступление, да, от Etsy. Но, тем не менее, я стала вязать этого малыша Йоду. Подобрала пряжу, вязала я из Alize Cotton Gold. И, в общем, получился он мне очень даже примилый. Предложила его покупателям, я сделала как бы три товара, потому что я их вязала три штучки, они немножко разные получились на мордашку. И в итоге у меня стали их покупать. Один, второй, третий. Я их продала 9 штук за месяц-полтора, где-то так. Я их продала 9 штук. Я понимала очень хорошо, что у меня этот товар, ну, действительно уникальный, потому что каждая вяжет по-своему. И у каждого игрушки вот эти, которые получаются хотя бы немножко с мимикой, с какой-то, я его не делаю не просто шар,
голову, а именно формировала ему глаза, глазные, значит, яблоки, впадины, переносицы, нос, я ему все это сшила. В общем, меня его покупали, вроде были даже люди довольны. В основном меня покупали в Америку. Одна была продажа в Австралию, в Канаду и в Швецию. Или даже в Швейцарию. Или в Швецию, или в Швейцарию, я сейчас уже не помню. Вот я это говорю, и даже как будто это было не со мной. Даже вот не верится, что... В общем, когда я начала продавать это в Айоду, ну, сразу выросли крылья, да? Ты понимаешь, что то, что ты делаешь, люди покупают. Ты можешь зарабатывать. Вот как я и хотела, сидя дома, изготавливая свои вещи, я ходила каждый день на почту и отправляла. Это было, ну, это очень сильно подъем такой душевный и моральный, что... И... Короче говоря, значит, в какой-то день я на почте отправляю 3 йод последних. Хорошо, я отдельно вела таблицу по адресам, которым я отправляю. У меня были все графы, когда я отправила, когда посылка пришла, когда была предоплата, имя, фамилия, отчество, чем человека, все данные, которые у меня имелись. Я отправила, возвращаюсь домой, включаю компьютер, и эти у меня, значит, выдало сообщение, что ваш аккаунт заблокирован. Ну вот и все. Вот, я писала им письмо, оно как бы ушло в пустоту. И я создала новый аккаунт, потому что они мне сами, Etsy, предложил мне у них зарегистрироваться. И меня тут же заблокировали в первые же сутки, как только я зарегистрировалась. Вот. Но, насколько я узнавала, это бесполезное какое-то мечтать о восстановлении. Вот. И, в общем, после этого я вся сдулась. Не знаю, чем заняться. Конечно, можно охватывать другие площадки, но это снова узнавать их... систему работы, ранжирования, все вот эти системы поиска, как, что у них происходит. И, в общем, тем более эта болезнь, которая сейчас летает по миру, она как-то всех заперла в дома и полностью переформатирует, наверное, наш быт. Ну и раз все вернется, все равно круги своя, но как-то все изменится, я думаю. И потребности людей, и восприятие людей мира. Вот, так что все те вещи, которые я купила для изготовления йод, игрушек, не хотела продавать игрушки, у меня все лежит, все, а все постепенно прибывало с Алиэкспресс, там какие-то погремушки, глазки, все приходит, приходят колечки деревянные, несколько складов, у меня уже заблокировали все. Так у меня все как это, привет из прошлого, приходил с Алиэкспресс. Я решила просто вязать себе. Наконец, перейду на плечевые изделия. Не буду зарекаться, но, по крайней мере, я пришла к этому. Сейчас нужно только решить, как, с какой пряжи я мучаю свои домашние остатки пряж. Смотрю, какая мне нравится. И еще я решила немного понизить планку своих пряж, потому что цены растут. Дохода, непонятно, как у меня будет доход или не будет с моей вот этой деятельности. И буду я покупать пряжу чуть попроще, неплохую, но буду как-то стараться экономить на этом всем, потому что не могу бесконечно вязать без финансовой отдачи. И вот выпускаешь, например, какой-то мастер-класс, но ты же кому-то должен это связать. А если мастер-класс серьезный, который ты деньги берешь, тебе нужно несколько изделий связать. Ну, хотя бы посмотреть, как вещь ведет вот, по ростовым каким-то меркам, по объемам. А это все деньги. А не каждый мастер-класс тебе даже хотя бы возвращает деньги за растраченный тобой на пряжу. То есть ты купишь пряжу, напишешь мастер-класс, выпустишь его, а неизвестно, просмотрит его или нет. Вот, поэтому я чуть проще буду брать пряжу, чтобы как-то скомпенсировать, что ли. И, в общем, это я оставляю буду вещи себе. Если будут, ну, заказывать по этой аналогии, будет совершенно замечательно. И вот я вроде вчера уже придумала один себе фасон кардигана, но увидела фотографию пост одной вязальщицы, такой популярной, и поняла, что нет. Мой фасон мне не нравится уже на что-то другое. Фантастика. Вот. Как ужиться в этом информационном поле огромном, чтобы быть
в спокойном состоянии моральном я не представляю. Тем более, что такая восприимчивая на все эти вещи и мнительная, то есть постоянно у меня какая-то самокритика включается. Это невыносимо, я не знаю. Вот. Ну, в общем, буду вязать так-то так. У меня события развиваются. Вообще, вязальщицы же могут связать вообще все, что им в голову взбредет. Но не факт, что люди это будут покупать. В основном же смотрят, что модные какие-то, модных стилистов, как они одеваются, во что они одеваются, и хотят приблизиться к ним, ну и я в том числе. А вязальщица свяжет какие-то, ну какие-то кружева красивые, а они сейчас неинтересны людям. Но та женщина, которая связала это все, будет влюбляться даже не в вещь, а в тот труд, который она вложила во время вязания этого вещи. Поэтому надо как-то абстрагироваться от того, что вы вяжете, и смотреть на те вещи, которые пользуются интересом и спросом сейчас, ну вот, у тех же стилистов подчерпывать какие-то идеи. Потому что нельзя влюбляться в свою вещь, в свой труд. Да, ты много часов сидела над этими петельками, над этими букляшечками, над этими шишечками, там, дырочками, все, что там, ажур какой-то вырисовался, но... Ты можешь себе это надеть, связать, но то, что это понравится другому, нет, совсем не обязательно. Вот сейчас в тренде такая простота, да, в полотнах. Небольшие какие-то теневые узоры и все. А если какие-то косы, ну так, за редким исключением какие-то такие, либо заполняющие все полотно, либо вот уже, ну, меньше их стало. Меньше. Ну, вот такое у меня видео получилось. Поговорила с вами, знаете, как-то даже выговорилась, потому что я, кстати, перед тем, как записывать видео, все свои мысли записываю, ну, в ближайший листочек, который лежит под рукой, либо в телефоне какими-то такими тезисами, чтобы не забыть, потому что бывает лежишь перед сном и думаешь, и мысль приходит такая замечательная, а потом какая была мысль, какая? Нет, все надо записывать. Ну вот так. Спасибо, что побыли со мной в этот час. Сколько времени там я записала. Мы сейчас пойдем обедать курочкой с яблоками, с картофелем. Я вам желаю приятного аппетита. Не болейте. Живите в мире с самим собой. И это самая лучшая награда. Не ссориться с собой. И быть приятным самому себе. Это так важно, я это поняла. Вот спустя какое-то время, ну, это трудно, наверное, этого добиться, но это нужно. Вот, поэтому спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной на моем канале, смотрите следующее видео. Всего вам хорошего, удачи и здоровья. Сейчас оно ценно. Особенно мы заметили, насколько оно важно. Пока!